В июне рост количества выданных кредитов до зарплаты составил около 3%. По словам экспертов, с начала года и до мая наблюдался спад интереса к подобным кредитам. Ситуация изменилась лишь в начале лета. Аналогичные процессы наблюдаются и с банковскими кредитами. Во многом это связано с отложенным спросом со стороны заемщиков. Пермский политехнический университет опубликовал приказ о стоимости платных образовательных услуг на 2022-2023 учебные годы для студентов первого курса. Цены в среднем выросли на 12% относительно прошлого учебного года. Самыми дорогими для обучающихся остаются специальности, связанные с авиационной и космической сферами. За год обучения поступившие студенты заплатят от 197 до 212 тысяч рублей. Самыми бюджетными в ПНИПУ являются специальности со стоимостью обучения за год 136 тысяч рублей. Самые точные снимки космоса сделал уникальный телескоп Джеймс Уэбб. Поразительная фотография опубликовала НАСА. На изображениях можно увидеть группу из 5 галактик в созвездии Пегаса, а также несколько туманностей. Снимок показывает скопление галактик, каким оно было 4,5 миллиарда лет назад.